First, fighting out of the blue corner, the challenger. Ему 33 года. Рост 179 сантиметров, вес 62,7 килограмма. 33 years old. He stands 179 centimeters tall. He's weighing at 62.7 kilos. Его профессиональный рекорд не знает поражений. 20 боев. 20 побед, включая 10 побед нокаута. His undefeated professional record consists of 20 bouts, 20 victories, including 10 wins by way of knockout. Представлявший Намибию на Олимпийских играх в Пекине, ladies and gentlemen, representing Namibia at the Olympics in Beijing, не знающий поражений, the undefeated representing win for Namibia, please welcome Julius Blue Machine. Соперник в красном углу ринга, обладатель чемпионских поясов. And his opponent, the crowned ring, fighting out of the red corner, the champion. Бойцу 36 лет, рост 175 сантиметров, вес 63,35 килограмма. 36 years old, he stands 175 centimeters tall, official weight 63.35 kilograms. Его профессиональный рекорд. 25 боев. 25 побед, включая 22 победы нокаутом. And his perfect professional record 25 pass. 25 victories, including 22 wins by way of knockout. Дамы и господа, царствующий на чемпионском троне IBF и IBO в первом полусреднем весе. Ladies and gentlemen, the reigning, defending IBO and IBF champion of the world, the undefeated fighter representing all Russia, welcome, Eduard Troya Troyakovsky. На канале Матч ТВ большой бокс, друзья. На канале Матч ТВ бокс, который любят зрители, которые привыкли уже на нашем канале видеть самые лучшие бои мирового бокса. Итак, в ринге бой за два чемпионских пояса, IBF и IBO. Оба они принадлежат Эдуарду Трояновскому. У него очередная защита сегодня здесь, в Москве. Соперник Джулиус Индонго, боксер из Намибии. Боксер с потрясающим рекордом, у которого 20 боев, 20 побед, ни одного поражения, ни одной ничьи. Посмотрим, что он покажет сегодня здесь. Высокий, редкий случай, когда соперник превосходит в росте Эдуарда Трояновского, но именно сегодня тот случай. Бой двух боксеров, которые до этого не проигрывали, поэтому сегодня чей-то нолик в графе поражения будет стерт. В стойке левши боксирует Джулиус Индонго. Эдуард перед боем сказал о том, что я ожидаю, что соперник будет двигаться вперед. О, опа! И это нокаут! Это нокаут! Вот это да! Первым же практически точным ударом. Левый прямой, точно в челюсть. Вот посмотрите, точный удар в челюсть в первом раунде. И Эдуард Трояновский проигрывает бой нокаутом. Это сенсация. Все, бой остановлен. Джулиус Индонго, чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе. И по версии IBO. И по версии IBO. Да, вот это да. Вот это да. Тренеры всегда говорят, первый раунд самый опасный раунд, потому что здесь каждый тяжелый удар может оказаться последним, потому что бойцы еще не разогрелись, еще не набрали темп, ритм боя. И вот именно это и произошло с Эдуардом Трояновским. Посмотрите. Опустил правую руку как раз в этот момент Эдуард. И он, главное, подошел, сделал вот этот длинный шаг, как бы сам поставив себя на удобную для удара дистанцию. Посмотрите. Практически повторение того, что было в бою Мэнни Пакьяо против Рики Хаттона. Да. То же самое практически. Левша Пакьяо тяжелейшим ударом слева, вот таким же ударом отправил Хаттона в тяжелый нокаут. Это сенсация. Да, это шок. Это просто шок. Зрители
затихли буквально. Да. Вот эти малоизвестные африканские парни часто преподносят сюрприз. Перед боем меня несколько раз спрашивали о том, что может показать Ндонго. Я постоянно вспоминал май этого года, и как Дмитрий Михаленко принимал у себя в гостях африканца Чарльза Манючи, который тоже никому не был известен, и Манючи победил единогласным решением. Здесь все гораздо жестче. Здесь своему счастью не верят. Не верят абсолютно. Эдуард встал. Эдуард был явным фаворитом в этом бою. Слава богу, все нормально со здоровьем. Да. Это была добровольная защита. Да, Ндонго не был обязательным претендентом на титул. И вот 21-я победа Джулиуса Ндонго стала самой большой пока что в его карьере. Самой важной, самой значимой, самой сладкой. Он становится чемпионом мира. И вот чемпионские пояса, один на другой, по версии IBF и по версии IBO. Первый же, единственный удар в бою. По сути, да. Время остановки боя 40 секунд первого раунда. Ladies and gentlemen, we have time for the seconds of round number one. Победа локаута. Один шаг. И стал новым чемпионом IBF и IBO. Первым полусредним весом. Your winner. И все-таки я рискну сказать, что это был просто лаки панч. Кто знает, может быть, они готовились под этот удар. Не думаю. Ну, как бы то ни было, как бы там ни было, вы видите радость победителя. Два пояса чемпионских, вот так, первый раз выехав за пределы родной страны, с таким богатым уловом вернется на родину Джулиус Ндонго. Сейчас мы еще посмотрим повторы этого нокаута. Вот. И как раз Эдуард опускает правую руку в тот момент, когда Ндонго выбрасывает свой мощный удар сначала, слева. Смотрите, он ударил куда-то туда, в район пояса. И вот правая рука опускается, а как раз именно сюда прилетает удар. Я еще раз скажу, да, посмотрите, на удобной дистанции он сам как бы встал на эту дистанцию. Левая нога была впереди, на широком шаге. Первое поражение в карьере Эдуарда Трояновского. И такое тяжелое. Но нельзя опускать руки. Надо возвращать себе титулы и репутацию. Аплодисменты. Эдуард Трояновский. Он вернется еще сильнее. Эдуард Трояновский.